сьогодні. На території Донецької і Луганської областей живе майже мільйон українських дітей, які стали заложниками цієї війни. Полетает мина. И где-то я там... Что вы почувствовали, когда увидели, что сын посидел? С гранатомета бахали. Каждый плакал. Страшно. Дети живут в страхе. Их психика травмирована. Приводит к агрессии и к войне внутри себя. Говорит Украина. Основа для ребенка – это взрослый. Сегодня о 19:45 на канале «Украина».